đường vang lên. Đêm Noel với đêm Noel, ta hãy chúc nhau câu cười. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui. Yeah.
признания нашего искупления просим Тебя, чтобы, подобно тому, как сейчас мы с весельем встречаем единородного Твоего Сына, Искупителя нашего, мы удостоились в тот день, когда Он придет, как судья, встретить без страха Иисуса Христа, Господа нашего, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Славы в руке Господа и царскую диадему на длани Бога Твоего. Не будут уже называть Тебя оставленным, и землю Твою не будут более называть пустыней, но будут называть Тебя мое благоволение к нему, а землю Твою замужнюю. Ибо Господь благоволит к Тебе, и земля Твоя сочетается, как юноша сочетается с девой, как сочетается с Тобой сыновья Твои. И как жених радуется невесте, так будет радоваться тебе Бог твой, Слово Божье. Благодарение Богу. Salvador Cristo, Jesús, nuestra esperanza. Y Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y de purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregando a practicar el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Aleluya.
было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве принят и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Слово Господнее. Слава тебе, Христе. Я надеюсь, что сегодня скажу очень краткую проповедь, потому что нас много. Но поэтому я прошу, чтобы вы постарались слушать внимательно. Потому что если длинная проповедь, то каждый может что-то найти. Да? А если короткая, то вы подумаете: а я еще нашел, не нашел, не нашел, а проповедь закончилась. Все. Поэтому надо сразу. Сегодня мы празднуем, что Господь пришел на землю, что Иисус родился, да? Об этом нам напоминает звезда, ясне. Об этом мы читаем сегодня в Евангелии, это самое главное. И спросим, поставим такой вопрос. Почему Господь пришел на землю? Почему стал человеком? Почему Бог стал человеком? И в этом будет почти вся проповедь, в этом ответе. Чтобы показать нам, что человек очень важен. Что человек очень важен, что ради человека Бог может оставить небо и прийти на землю. Ради человека, который попал в проблемы, в грех, Бог пришел на землю, чтобы спасти, чтобы человека освободить от греха. И что из этого для нас следует? Но первое, что каждый из нас очень важный для Бога. Каждый из нас, потому что Иисус пришел для каждого из нас. И если мы сегодня празднуем это, то чтобы напомнить себе, что Иисус это сделал для каждого из нас. Мы это как бы понимаем, но надо понимать лучше и лучше. А второе, если Господь нам показывает, что человек очень важен, то нам надо так смотреть на других людей, на наших братьев, сестер, на мужа, жену, детей, брата, сестру, знакомых, друзей, тех, с которыми встречаемся, потому что люди иногда говорят: ну, сколько можно? А иногда один священник рассказывал, и у него так получилось, так хорошо получилось, что он мог обедать, но не только он, там было много людей, но еще с папой Иоанном Павлом II. Он обедал, это была такая большая группа людей, которые были приглашены на обед, и он тоже был. И говорят, во время обеда там пошел разговор про какого-то человека, у которого судьба пошла очень плохо, а
оказалось, что будет хорошо, и много денег кто-то вложил в этого человека, чтобы он получил образование, а потом он это все как-то так потерял. И кто-то сказал за столом: ой, жалко вкладывать деньги в человека, в этого человека. А папа сказал: никогда не жалко вкладывать в человека. Никогда не жалко. Никогда не жалко. Потому что, конечно, человек отвечает за то, что он сделает с этим, что он делает. С воспитанием, образованием, с Божьей благодатью. Но никогда не жалко. И Бог нам говорит, что никогда не жалко вкладывать в человека. Надо вкладывать в человека. Поэтому сейчас давайте вспомним эти две важные вещи. Во-первых, Господь нам говорит, что каждый из нас важный для Него, каждый из нас. И можем сразу сказать, через год опять люди будут праздновать Рождество Господне. Почему? Чтобы это вспомнить. Потому что мы об этом забываем. И второе, мы так должны стараться смотреть друг на друга. Не только на самых близких, на которых просто смотреть. Например, на детей своих. А или на других людей. Что человек важен. И даже если он не очень, то он важный. Поэтому, если мы ничего не можем ему дать, то всегда хотя бы можем за него помолиться. Я об этом говорю. Сейчас еще не вставайте, но скоро встанем, будем произносить символ веры. И сегодня, ну кто может, потому что может где-то места не хватает, в символе веры, когда доходим до этих слов, которые говорят, что Бог стал человеком, Иисус пришел на землю, преклоняем этот момент в колено. Таким образом подчеркиваем эту встань. Верую во единого Бога, Отца всемогущего, Отца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писанию, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царству Его не будет конца, и Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, который вещал через пророков, и во единую святую вселенскую и апостольскую церковь, исповедует единое крещение во отпущение грехов, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Возлюбленные братья и сестры, ныне явлена миру благость Божия и любовь Спасителя. Посему поспешим вместе с пастухами к яслям и с верою станем просить Бога Отца нашего. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, в тайне Рождества Ты приносишь утешение Своей Церкви, наполни ее изобилием Твоих даров и приведи к ней все народы. Господи, помилуй! Ангел Твой возвестил радость миру, ниспошли людям благоволение и отверзи сердца их вестью о спасении. Господи, помилуй! Боже,
Сын Твой родился в бедной пещере. Исполни духовной радостью всеми оставленных. Спаси и сохрани их Твоей благодатью. Господи, помилуй. Господи, Тебе негде было голову преклонить. Воздри на нищих, бездомных и презираемых и даруй им свое утешение. Господи, помилуй. Царь неба и земли, Ты послал ангелов, чтобы они возвещали людям мир. Сохрани нас в Твоем благоволении и соделай нас орудиями Твоего спасения. Господи, помилуй. Милосердный Боже, Твоя любовь вечна и благость неизмеримо. Услышь молитвы наши и позволь нам всегда пребывать в Твоей благодати через Христа Господа нашего. Поэтому за ангелами и архангелами, с
пред столами Господскими и со всеми небесными и воинствами. Мы славы Твоей воспеваем, непрестанно взывая. Всех нас помилуй и удостой нас участия в вечной жизни. В
вместе с Пресвятой Богородицей, Девой Марией, с блаженным Иосифом и Обручником, со святыми апостолами, всеми святыми от века Тебе угодившими, чтобы с ними воспарать и прославлять Тебя через Сына Твоего Иисуса Христа. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Века, чтобы мы могли стать детьми Божьими. Поэтому с благодарностью дерзаем сына. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Yeah.
Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Блаженны знамение на вечеру Агнеца. Господи, я заслужил, что ты нашел покров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя. Сейчас будет причастие, или коммуния, как уже называем, на причастие, но к коммунии приступают те, кто во время Адвента и в последние дни был на исповеди. Oh.
Помолимся. Господи, укрепи нас празднованием Рождества Единородного Твоего Сына, тело и кровь, которого мы вкусили в небесном. Он живет и царствует во веки веков. У меня такой вопрос появился, когда студенты пели на разных языках. Тихая душа по-вьетнамски тоже поют? Есть? Есть? Наверное, даже на следующий год приготовим. Сейчас сначала приходские объявления, да? Мы начали праздновать Рождество Христово. Помните, что Рождество Христово – это настолько большой праздник, что он празднуется не один вечер, не один день, а 8 дней. Мы таким образом начинаем праздновать Рождество Христово, которое закончится, это празднование 1 января на самом деле. Но это не означает, что мы каждый день ничего не будем делать, только праздновать. Будете учиться, будете работать. Но хорошо об этом помнить. Порядок богослужений в нашем приходе. Еще напомню, что во вторник мы празднуем память святого Стефана, первомученика, в среду святого Иоанна, апостола и евангелиста, в четверг святых невинных младенцев вифлеемских, в пятницу святого Фому Бекета, в воскресенье святое семейство Иисус, Мария и Иосиф. Святые мессы. Завтра первая святая месса будет здесь в 8 утра. Вторая в 11 в часовне Матери Божией Царицы Российской в 11. Во вторник святая месса здесь в 18. В среду на Российской 8 утра. В четверг здесь в 8 утра. В пятницу на Российской 18 святая месса, а потом библейская встреча. В субботу, как обычно, 16:15 молитвы в часовне Матери Божией на Российской. И в 17 святая месса, это уже воскресная месса. В воскресенье святая месса здесь в 11, в 10 молитв. Хочу тоже коротко напомнить, что сейчас будет после святой мессы. После святой мессы еще давайте не расходимся. Здесь будет еще несколько, ну, так скажем, выступлений еще. Что-то хотят нам сказать наши новые собратья вьетнамцы, которые 3 недели назад нашли приход. Потом еще кто-то хотел сказать рождественское стихотворение. Есть тот, кто мне писал, что хочет? Есть, хорошо. Еще кто-то хочет спеть рождественскую песню на своем языке, то тоже можно сделать. И потом, но как обычно, у нас есть чаепитие. Только я хочу сразу сказать, не обижайтесь, если не у всех будет сидячее место. Я думаю, что вообще-то неплохо. Вот. И можно, знаете, ходить и пить чай, и разговаривать. Можно так взять вкусные вещи и попросить, чтобы подали. Вот. Это очень хорошо, что настолько. Очень хорошо. Я, конечно, всех приглашаю и все друг друга приглашаем. Вот, и я думаю, что будет очень-очень приятно, очень радостно. Наконец, хочу всех вас поздравить с Рождеством Христовым, с этим торжеством, которое мы празднуем сейчас. И хочу вам желать, чтобы этот свет, эта радость, которую принес нам Господь, именно в этом, что Он про нас не забывает, чтобы эта радость оставалась в наших, в ваших сердцах, чтобы этой радостью мы делились как светом с другими людьми. Чтобы действительно оно так было. Слава Иисусу Христу!
Господь с вами. И за духом твоим. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святого. Аминь. Благословим Господа. Благодарение Богу. Вы дайте сейчас песней, зачитайте. Trong kính quý cha, kính thưa toàn thể cộng đồng dân Chúa, trong niềm vui chung cùng toàn thể dân quốc trong ngày đại lễ mừng của Giáng sinh, chúng con kính chúc cha cùng với toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Радость в этот день Рождества Иисуса Христа. Я желаю Отцу, нашим уважаемым гостям, а также вам, братья и сестры, здоровья и всего доброго. Hôm nay là một ngày rất vui, rất trọng đại và rất đặc biệt cho cộng đoàn dân Chúa tại thành phố Hồ Pha nói chung và cho cộng đoàn dân Chúa người Việt Nam tại thành phố Hồ Pha nói riêng. Chúng con rất vui khi được sự cho phép của cha và cộng đoàn dân Chúa sở tại tạo mọi điều kiện cho cộng đoàn người Việt Nam được sinh hoạt tại giáo điểm Hồ Pha. Сегодня день очень важный, необычный для нас, ведь это день рождения нашего Спасителя, который забрал наши грехи на себя. Праздник очень имеет большое значение для нас, то есть для вьетнамцев, Пасхи не только. Мы очень рады, что отец и двух братьев и сестер дали нам возможность ходить в эту церковь, посещать святые места, и не только. Мы благодарны, мы благодарим Отца, также вас, братья и сестры. Мы молимся за вас, Иисусу Христу, изложенной Матери Марии, чтобы Бог был нам. Chúng con xin cảm ơn quý cha và toàn thể cộng đoàn. Xin Chúa Giêsu hài đồng, xin Chúa hài đồng Giêsu và mẹ Maria luôn chúc lành cho toàn thể cộng đoàn cũng như quý cha. Xin quý cha và toàn thể cộng đoàn luôn tạo mọi điều kiện cho người Việt Nam của chúng con để chúng con cùng đến và hiệp dâng thánh lễ để tôn vinh Thiên Chúa. Cuối cùng, con xin thay mặt cộng đoàn người Việt Nam tại thành phố Hồ Pha xin cảm ơn quý cha, quý vị, khách quý cũng như toàn thể quý cộng đoàn dân Chúa tại thành phố Hồ Pha. Con xin cảm tạ và tri ân. Мы просим вас, чтобы вы, отец и братья и сестры, давали нам возможность посещать церковь, находиться при обряде причащения. Мы благодарны и признательны всем вам. Con cũng không quên cảm ơn toàn thể anh chị em cộng đoàn người Việt Nam tại thành phố U Pha trong thời không quản ngại thời gian góp công góp sức và luôn tạo mọi điều kiện tinh thần cũng như vật chất để cho thánh lễ hôm nay được tốt đẹp. Xin cảm ơn. Cuối cùng con xin một lần nữa kính chúc quý cha, quý vị khách quý cũng như toàn thể cộng đoàn dân Chúa lời chúc tốt đẹp nhất trong Chúa Kitô và mẹ Maria. Я также не забуду поблагодарить вас, финансовый народ, что вложили сюда время, силы, моральную поддержку, все нужды для сегодняшнего мероприятия, чтобы оно было такое. И вас тоже благодарим. Xin Chúa trọng. Я заново хочу поблагодарить и пожелать Отцу, а также вам, братья и сестры, любви, здоровья и самого приятного Рождества. Прошу Бога, чтобы Он вернул все, что не пожертвовали. Нам помогал несколько раз. Ведь это ведь без них. Сегодня могло и не быть этого. Xin Chúa trả công vô cùng cho những người làm phúc cho chúng con. Cuối cùng, vì cộng đoàn vừa được thiết lập còn nhiều hạn chế, có gì khiếm khuyết, mong quý cha, quý vị đại biểu cũng như quý toàn thể cộng đoàn lượng thứ. Xin cảm ơn. Và sau thánh lễ có một cuộc liên hoan sẽ để mời cộng đoàn và tất cả mọi người cùng tham dự. Под конец я заменю всех вьетнамцев, помогу отца и вас, братья и сестры,
что несмотря на ваши важные дела, вы пришли и вместе с нами здесь отметили Рождество. Я благодарен и благодарен всех вам. Спасибо. Я тоже рад, что все находят в конце концов свой приход, потому что ну, это из всех, приход всех католиков. Да? Я знал, я догадывался, что в Уфе есть католики вьетнамцы, потому что я слышал в других городах, что есть. Просто я не знал, как их найти. Я уже думал, что надо идти на вьетнамский рынок. Я об этом уже серьезно думал, но вдруг позвонили. Это тоже ваш приход, это приход всех нас. У каждого есть свое место в этом духе. Поем. Nhảy đi, xong rồi nhảy đi.
nào mình cùng nắm tay tươi cười.